Чувашии инфляция в апреле составила 12,5%. Об этом рассказал сегодня руководитель республиканского Минэка Дмитрий Краснов, подводя итоги социально-экономического развития региона за 4 месяца этого года. Непродовольственная инфляция составила 15%, продукты подорожали на 13,3%, а услуги на 7,5%. При этом, подчеркнул министр, цены на некоторые группы социальных товаров в Чувашии ниже, чем по Приволжскому округу и по России. В целом же социально-экономические показатели республики по сравнению с тем же периодом прошлого года демонстрируют рост. Так, объем строительных работ увеличился на 77%, ввод жилья почти на 58%. Промышленное производство на 1,5%. Номинальная заработная плата в Чувашии выросла более чем на 14%. В среднем по республике она составляет 35 тысяч 700 рублей. Что касается ситуации на потребительском рынке, то, отметил Дмитрий Краснов, после недолгого ажиотажа по ряду товаров розничный спрос пришел в норму. Спрос на продовольственные товары в апреле стабилизировался. В магазинах представлен полный ассортимент социально значимых товаров. Общий оборот розничной торговли по предварительной оценке в январе-апреле составил почти 70 миллиардов рублей или плюс 2,5% к аналогичному периоду прошлого года. А вот внешнеторговый оборот республики под влиянием текущей ситуации в мире снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. По экспорту наблюдается спад практически на 50%, по импорту на 30%, констатировал руководитель Минэкономразвития. За январь-апрель внешнеторговый оборот Чувашии превысил 111 миллионов долларов.